Всем привет, это Джубисюк. И сегодня у нас будет еще одна FIFA 96. И опять же будет УВК Феникс. А с кем вы думаете, мы будем играть сегодня? Мы не с каким-нибудь Мальмо будем играть. Нет, с кем-то пожестче. Но увидите вы очень скоро, но не сейчас. Я пока на паузу жму. Так, ну что ж, как видите, сегодня мы не с какой-нибудь Мальмо будем играть, а с самой настоящей Баварией. Ну что же, давайте, мучения наши сейчас начнутся. Так, Зинин, Беседин. Беседин. Глебов. Беседин. Ёлки, отняв. Глебов. Вы дивизию. Юноша. Ох ты, ёксин. Куда? Да нет. Ой, Глебов. Да. Нифига. Ух ты, ёлки, вот это хреново. Ну, то есть как хреново? Не добить. Так, я извиняюсь, что это не то. Подождите. Вот так вот. Савельев. Савельев, удар! Ух ты, как же так-то, а? Мимо. Ёлки. Ох ты! Чебухер! Бондашев! Бондашев! Нет! Фу, не повезло! Сейчас, секундочку, погодите, мне кажется, что-то здесь не так. Что-то, мне кажется, немножко неправильная остановка. Ну-ка, я проверю. А, не все правильно. Извиняюсь. Фу, ребят, это был же скач. Ух, приезжает. Хорошо. Ох ты, Йокси. Отнять. Чебухин, Чебухин мимо. Глебов, Глебов мимо. Выбил. Фу. Ребята, вот это же скач пошел! Глебов, ты что ж ты делаешь-то? Привет! Ох ты, ёлки! Бондышев! Ох ты, ёлки! Вот это не очень хорошо! Приезжает! Фу, ребята! Бавария начинает нас потихонечку разрывать на части. Но она тоже не выкомшета. Пас. Эй, Беседин! Шибин, Беседин. Савельев. Куда ж ты? Пятишься-то назад. Так. Макаров. Молодцом. А нет, это не Макаров, это был... А, Макаров, да, не фильм, а? Андрюха, молодец! Так, надо, стоп, надо вот так вот сделать. Ах ты, вот это я зря закрыл так. Макаров опять. Ох ты, ёлки! Выбил! Бондышев. Тихо. Макаров. Макаров, в ударе я смотрю. Ох ты, ёлка, он бегает не очень. Нет. Что такое? У кого офсайд? У них? У них. Шу, в офсайде. Ой, ребята, это же скач. 96-я, она самая сложная из всех. Здесь забить сложнее всего. Так, куда? Чересчур, давай так. Ох ты, ёлки, как они Зюнина обманули. Тихо. Это Белый. А это... Я не знаю, кто... Хорош! Нет! Ох ты, повезло! Бабай же просто нас рвет!
Эй, красную гаду, красную! Ему подойдет под цвет формы. Нет? Пиздей! Ёлки, специально ждал, что ли? Чебухин? Лебов? Да ёлки, да вы чё, ребята? Чебухин? От них ушло, от них отшло. Так, ну надо пользоваться такими шансами, конечно. Так, ну давай. Куда ж ты? Алло, Савельев! Ну как же так-то, Рома? А такой шансик был. О, вот это зря. Да ёлки. Блин, в перехват. Да ёлки, куда ж ты? Да ёлки, ребята, такой перехват, а вы не пользуетесь ими. О, вот это надо догнать, конечно. А это кому? Чебухин? А нет, это был... Что это был? Это был Зюнин. Так, надо что-то делать с этим. Надо что-то делать. Надо как-нибудь, я не знаю, вот так. На удар! Вот это удар! Это кто это так? Вот, наверное, Зюнин был. Охрененный удар Зюнин. Так. Что бы сделать? Ты, наверное, пойдешь сюда. Я не знаю. Я просто предполагаю. Ну давай. И удар. Ну почему? Не повезло. Так, ребята. Воу. Куда? Бондышев. На. Чебухин, Глебов, никто не успевает. Тихо. Шейбин, Глебов. Да ёлки. Шейбин, Глебов. Чебухин. Он да от нас ушел. Ты куда бежишь, ты дал? Воу. Повезло. Бондышев. Куда? Глебов. Бондышев. Глебов. От нас ушло. Фу, 0-0. Охренеть. Уже мог быть 100-0, наверное. Так, удачно. Тихо. Кому пас отдать? Ёлки! Это что за пас такой? Кому? Слава богу, там Чебухин оказался. Ох ты, ёксель. Ребята, боремся на каждом пятачке. Это не удар. Для Полежаева это не удар. Бум! Кому? Кому? Кто это был? Дайте, я его убью сейчас. Так. Ух ты, ёлки! Но защита иногда могёт. Женя, ты зачем выбыл? Объясни мне. Ой-ой-ой-ой, вы чё же встали-то, придурки? Глебов. Воу, Бондышев. Бондышев молочек. Да ёлки, отняли. Глебов. Да, чё? Выбил. Ну хотя бы так. Зюнин. Блин, беседен. Цель. Господи. Воу. Ребята, вам не кажется, что нас делают? А какого хрена Макаров защитник делает впереди? Фу, ребята, это жесть. Это жесть. 0-0. 0-0. А мы могли уже 100-0 проиграть. Фу, это же скач, Так, Беседин сразу в отбор. Воу,
Нихрена себе, это что такое было? Так, назад! Тут приезжает Евгений. Вперед. Удар. Хороший удар. Зоня, ну да! Ну что же вы творите-то? Гремов? Чебухин? Зоня! Гремов! Давай я, ну а мы тоже можем подарочки преподносить. Такие сюрпризики. Воу! Ребята, Сунья, алло! Ух ты, ёлки! Ну что же вы? Нам везет. Нам просто везет. Приезжает. Ух ты, ёлки, а защитник убежал! Ну, спасибо вратарю. Кстати, он мог спокойно убежать в отрыв. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Шишкин! Шишкин! Нет! Бонышев! Ой, ёлки! Ты приколись! И ещё никто не помогает! Просто жестянка, блин. Ой! Вот это было жесть. Опа! Макаров перехватывает. Беседен, Зюня. Беседен. Зюня! Удар! Ой-ой-ой! Такой перехватище мог быть! Чебухин! Ну! Такой прорыв! Падлы! Ой-ой-ой-ой! Догнать! Живым не брать! Выбей! Слава Богу! Слава Богу! Ой, еще и от них! Ха-ха! Еще и от них, ты приколись! Надо подальше, в рот им кило печенье. Ох ты, ёксель! Ой-ой-ой-ой-ой, вот это совсем херово! Фу! Выдохнули. И в бой, и снова в бой. Тяжелый бой. Ой-ой-ой, ёксель! Нет! Шишкин спасает! Куда ты? Кому? Ой-ой-ой-ой-ой! И никого, и никого! Так, Бонышев. Ой, твою дивизию, там уже защитники в атаку идут. От них, ребята. Так, ну. Надо, ребята, рисковать. На! Давай. И бей! Ну что это за удар? Чебухин! Зунин! И добить! Надо бить! Оо! Это не очень хорошо, только не красное. Повезло. Так. А давайте не надо вот так делать. Ой, ёлки! Глебов там борется вовсю. Ох ты, ёлка, красотенька!
Нет, нет, нет. Нет. Шишкин. Ребята, это кабузда. Ох ты, ёлки, да что же это за пост-то такой? Бонышев, Лемов. Нет, выбил. Шишкин. Лежаев. Как спокойно в это играть? Кто? Эй, красную подонку, красную! Да ты судья, алё. Ох ты, ёлки! Выбил! Зачем? Зачем ты ударил? Скажи мне! Это одно из тяжелейших игр, которые нам доводилось играть. Ох, а там нету никого. Ох ты, Бонышев! Ёлки! Савельев! Так, ушел от них. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ребята, это очень тяжко. Очень тяжкая хрень. Да елки, да как так-то, а? Макаров. Синица. Чебухин. Зюнин. Зюнин, бей! Да ёлки, Саня, Дюнин, ты чё? Что это за удар? Тихо! Тихо, Веселин. Эй, алло! Судья! Судью нам мыло пили. Во-хо-хо-хо-хо! Синица. Куда? Ёлки! Беседин! Беседин? Куда ты бьешь, даун? Ёлка не баба, это да. Что это было? Что это было? Алло? Макаров? Никого! И никто не добивает же, а? Ну, Савельев! Вот это уже рубка пошла. Ёлки! Выбил! Куда? Ребята, это жестяночка. Это, мать её, жестяночка. Ёлки! Лемов, мимо! Ты зачем ударил, алё? Ты зачем ударил, скажи? Ты что, больной? Да. Так, тихо. Тихо, тихо, тихо! На, блин! Ребят, а тем не менее больной! Больной! Там был бы 1-0 уже в пользу Баварии. Так, ну по старым правилам играется до одного гола. Вот кто забьет, тот, мать его, чемпион. Ух ты, елки! Вот теперь это надо в особенную. Нет! Выбил! Бондышев! Макаров! Чебухин? Куда ты пасуешь-то? Даун! Вот так, ушло, ушло! Надо пользоваться такими моментами! Ива, вот так! И сразу бей! Куда ты бьешь, на? Добить! Вы, ребята, с вами на так хрен победи. Ох ты, Йоксель!
Фу-ф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 у-
Ох ты, ёлки! Убей его! Вали его! Ой, ребята! С вами Синица. Чебухин. Прорыв. Кухи. От них. Так, надо кидать, далеко кидать. Я не понял. А что за нахрен? Ёлки! Синица! Синица, убей! Зумин! Спасай! Так, Зумин не спас. А кто? Кто спасет нас? Может, Чебухин? И Чебухин не спасает. Ёлки! Ребята, сейчас пропускать ни в коем. Белов. Беседин. Ёлки, ребята! Господи. Второй тайм добавочный. А потом пенальти. Но я надеюсь, я очень надеюсь, что нам нужно просто убиваться сейчас. Отдай. Чебухин. Чебухин. Так. Надо решать. Надо решать. От них? Ну давайте, ребята, и удар! Какой офсайд? Какой ты дебил? Нету здесь никого. Ты видишь, он не в офсайде. Ё-моё! Так, куда? Опять офсайд! Ну ты чё? Ты больной! Судья, пидорас! Пидорас, судья! Ну какой он на линии? Ну! Бля! Ой-ой-ой-ой-ой! Я думал, сейчас будет жопа! Так, вот это было зря. Куда же? Прибыли! Убей! Убейте этих уродов. Зимин! Это был Чебухин, то есть. Осаживаем этих гадов! На! Блин, да что это такое, а? Куда ты? Идули! Ребята, это же Стенка! Чебухин! Да ёлки, да куда ты бьёшь? Как? Объясни мне, как? Ох, ребята! А ведь пенальти здесь очень сложно играть. Ох ты, ёлки, да пенальти еще как бы не забили. Фух. Ребята, вперед, я вас умоляю. Куда? Какого пса-то? Зумин! Зумин, что это? Зумин!
Ага. А что такое было? Да что это за удар-то, а? Ё-моё, это кирдык. Это кирдык, ребята. Нам это не вытянуть. Фух, теперь самое сложное. Даже страшно. Ну, Макарик, давай! Убей его! Ни хрена себе. Убил. Просто охрененно убил. Вот ё! Вот куда? Вот куда? Вот иди в жопу! Вот иди нахрен! Ой, а так же все хорошо начиналось. Ну, Шишкин! Шишкин не может! Куда? А в общем, он не может. Ну-ка иди сюда, тварь! Я тебе сейчас морду набью, козел. Ой, куда бить-то? Матеус! Вот он, Матеус! Ёп, панский бог! Иди в жопу. Это ты бездарь. Бонышек! Ну давай, Бонышек, ты можешь! Так, ребята, если мы сейчас пропускаем этот кубиздец. Куда? Куда ты будешь бить, падла? Да куда ж ты прыгнул, ты дал? Если мы сейчас не забиваем, это все. Великая комедия. Веселиться! Ты мандёшь! Ты мандёшь! Не мандёшь. Ребята, это кирдык. Но мы сражались. Бой был охрененный. Мы проиграли. Чего? Да ладно. Вы и опережали. Голкипер. Да не только по пенальти, а? Давайте статистику посмотрим. Сейчас. Нет фолов, нет голов, только по пенальти. Охренеть, 24 сейва у нас и 17 у них. 23 удара по воротам у нас, 27 у них. Один угловой у нас и 2 у них. Мы в атаке минуту 22, а не 0,58. В полузащите мы 5,27, а не 6,51. И в защите мы минуту 13, а не минуту 43. Ну вот так вот. К сожалению, мы проиграли. Но бились мы просто как дьяволы. Но мы обязательно отомстим. Ребята, мы отомстим. Ну что же, давайте здесь закончим. Я думаю, нужно сделать матч-реванш. Фух, это была реальная жесть. Ну, матч-реванш обязательно будет. И сейчас мы этим и займемся. Ну что же, давайте попробуем еще раз сыграть. На этот раз мы должны победить. Это дело чисто. Мы можно сказать, не то чтобы не проиграли, но мы сражались. Хоть и в серии пенальти мы проиграли, но это ни хрена не значит. Блин, да что? Это разве удар? Это удар? Ладно. Тихо. Кому? Кому? Объясни мне, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Кому вообще? Ну, я выиграл. Ух ты! Ай-яй-яй. Это Зюнин бил? Ой, тихо. Тихо. Свобода. Левый.
Ландышев. Глебов. Да елки. Как щенок. Но мы тоже умеем такие брать. И вот вам кило печенья, фрицы. Ой-ой-ой. Куда ж ты бьешь-то? Кому? Макаров. Приезжай. Бах! Давайте, ребята. А это от кого? Я не знаю. Там было двое наших, один немец. Да ладно, ты хорош. Не бывает такого. Да ты ёлки. Кому? Ну чё, чё за пасы? Ух ты, вот это было мимо. Ну это было очень мимо. И это было опасненько. Шебин. Глебов. Макаров. Да ёлки! Что же это за пасы такие, а? А-а-а, Глебов мимо! Нахрен! Зюнин? Беседин? Мимо! Макаров! Что у нас? Бляха! Вот это не очень хорошо! Синица. Синица. Зёнин. Ты что, Вали? Макаров, молодчик. Подождите, а что у нас защитник делает в атаке? Что-то не то. Защитник Макаров себя атакующим почувствовал? Это зря. Что там? Тихо, тихо, тихо. Кому японские? Ну это зря. Бежать теперь, Чубухин, бежать. Ох ты, ёлки, это было мимо. Ух ты, вот это зачем? Ух ты, синица! Повезло. Повезло, Бондышев спас. Кому, ёб, польский? Ой, ребята, что-то нас уже дерут. Ёлки! Синица. Что-то мы в защите только тусуемся. Тусим, бля. Макаров. Ох ты, ёлки. Нахрен. Ладно, повезло. А полузащитник Шибин на подстраховке, это радует. Ага, Чебухин. Зёнин. Чебухин, блин, мимо. Мимо! Будем иметь. Бондышев. Блин. Савельев. От них, от них. Так, ребята, мы что-то не можем вылезти из-за пределы своей штрафной. И это совсем нехорошо. Кидаем далеко. Я понимаю, Бавария, там все дела. Выбей, Макаров. Вот это было зря. Да куда? Куда дебила? Не, уродина. Я, если честно, не помню, кто забил. Сейчас увидим. Беседник. Хорошо. Так, ну вот, слава богу, мы хоть забили с игры. Так, Беседник.
играет налево. Хорошо, что налево, потому что, если честно, вот этого парня, я не знаю, как зовут, он с нами играл. В этой команде играл. Так вот. И очень хороший такой. Он чуть-чуть помладше. Но он потрясный игрок. Так что я надеюсь, он нам очень поможет. Беседин, Савельев. Ёлки зеленые. Шипин. Макаров. Ёлки! Нехорошо. Нехорошо. Уйдет, а придурок. Уйдеты. Кто забил? Шу, сука. Шу, шуру. Ну что за хрень-то, а? Так все хорошо начиналось. Так, а ведь у них нападающих нету больше. Придется так ставить 4-4-2. Блин. Да куда ты? Бог, блядь, что за хуйня? Секундочку, где этот? А, вот он. Шуп. Какого полузащитника можно поставить? Хелмер. Блин, так все хорошо начиналось. И так все нехорошо стало. Так, у нас замена. Мы его Марадоном назвали. Потому что мы не знаем, как его на самом деле зовут. Но он реально очень хороший нападающий, так что посмотрим, что из этого выльется. Так, начинаем мы, да? Зюнин, Глебов, Зюнин. Куда ж ты пасуешь-то? Вот это Шибин. Савельев. Шибин. Глебов. Чебухин. Чебухин! Куда? Мимо. Мимее не бывает. А, угловой. Слушай, я же почти заебусь. Так. Давай-ка я не знаю. Ты пойдешь куда-нибудь сюда. Бляха. Ну давай попробуем. Да ёлки, как так-то, а? Да ты козлина! Ты чё пихаешься, алё? Прикинь, он меня пихнул. Тихо, тихо, тихо. Я не увидел, кто это синий спам был. Ой-ой-ой-ой, валим. Повезло. Но Бондышев был на подстраховке. Полежаев. Куда? А, Чебухин. От них ушло. Надо попробовать воспользоваться шансом. Надо, ребята, надо. Погоди. Вот так, вот так. Да ну. Ты что ты, Шибин? У ёлки. Барабан. Кому твою дивизию? Ладно, это, по-моему, я выйду. Или не я. Я не знаю. Давайте, ребят, сделаем вот так. Кому, блин? Догоняй, догоняй! Отлично. Ух ты, не отлично. Ох! Это жопа. Не, ну мы хотя бы смогли забить. Правда, и они забили. Так, вправим. Давай, Зюнин. Ух ты, мог быть шанс.
Да. Ну, блин, опять не дают же бить. Ну а кто бы сомневался, что Бавария даст просто так взять и ударить? Зумер! О, ты куда? Блин, алло, мы в атаке были, что за хрень? Как нечестно. Так, что там со статистикой? Статистика просто ужасная, наверное, будет, да? Мы в атаке так мало провели. Короче, у нас 6 сейвов, а у них 2. Это в первом тайме. Надо, ребята, быстренько это все исправлять. Мы 4, а они 6 ударов. Один угловой мы провели, да. Они... Да ладно, они в атаке больше провели, мне кажется. Мы 22 секунды, они 18. В полузащите мы 2.22, они 2.28. В защите мы 0.23, они 0.25. А знаете, а по статистике оказывается примерно равная игра. Ну, не считая сейвов. Они лупят по нашим воротам как хотят. Нет полов. Гола. Голы. Роман Беседин и шуп. Давайте продолжим. Ой, блядь. Куда я жму-то, ёптвою себя. Так, они начинают. Надо сразу в перехват. Марадон. Ай, бляха. Зюнин. Шилин. Удар. Не добить. Гол. Гол, 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 гол. Зюнин, Зюнин. Ребята, это был Зюнин. Так. А у нас нападающих больше нет. Но у нас есть поднападающие. Кто только я не знаю. Давайте сделаем так. А, Зюнин. Чебуркин у меня вот. Нападение. Так, Зюнин. А вместо Зюнина поставим, наверное, Воробьева. Так, ну вот. Мы сумели забить, и это радует. На добивании. Я давно на добивании. Я сколько вот играю, что-то все забыл, как на добивании играть. Тихо. Отлично. Отличный перехват. Бляха. Сильно, сильно. Так, замена. Вместо Зюнина выходит Воробьев. А вот... А, ну да, от нас же ёпарь стоит. Куда? А лучше нашего, слава богу. Я думал, не успеем. И сразу бей! Ну! Эй, блин, не успел, Марадон, не успел. Жалко, было бы просто замечательно. Ой-ой-ой-ой! Да ладно, не хорош. У нас там... Шишкин. Вот это нахрена. Воробьев. Синица. Шишкин. Быляха. А, Савельев. Ну, ничего, ничего, надо держаться, ребята. Хрен с этими аутами. Главное не просрать атаки. Чуть-чуть волк не выбил. О-о-о-о. Макаров. Воробьев. Ух ты. Ух ты, ах ты. А мы не космонавты. Шишкин. Эй! А вы за что так Марадона-то завалили-то, а, Глебов? Чебухин не туда. Что такое? Что зрители орут? Алло! Ну-ка не орать. Ой-ой-ой-ой. Шишкин. Шишкин жжет. Выжигает. Тихо. Макаров.
Савельев. Савельев, бей! Ну, чуть-чуть не хватило на... Макаров, беги! Ах ты... Ах, ну, Макаров? Савельев? Люби, молодец. Атаку нужно убивать зародыша. Молодец, это был Марадон. Ох, ну бабай, а чё так? Да ладно, взял болт, выбил. Да ладно. Так, ладно, надо такими огрехами пользоваться. Бляха, я не знаю куда. Ну давай сюда. Давай так попробуем. На, твари, ух ты! Любей! Аут, то есть угловой. Так, ребята, так, что у нас там, как там у нас? Давайте рискнем. Давай, вот так. На! Мимо! Ты приколись. Макаров. Макаров. Макаров, догнать. Глебов. Глебов. Глебов вперед. Глебов, бей! Ну что это за бей? Это не бей, это не знаю даже как назвать. Во-во-во-во, перелетело все! Тихо, назад! Так, Бондышев отлично сыграли с Макаровым. Воробьев. Макаров. Синица. И полежает отлично. Просто отлично. Полежаев. Так, а вы что? Лю-лю-лю. Так, Синица. Марадон. Бляха. Воробьев. Блин, не получилось. Шипин. Отличный перехват, Бондышев. Савельев! Не получилось, ладно. Не касать атаку. Немецкую. Воу-воу, так, блять. Савельев! Отлично. Бондышев. Слишком сильно. Чебухин! Как же так-то? Ага. Шишкин. Ох ты, ёлки, как так? Не позволяем себя обманывать, Бондышев. Савельев. А ты видите, это кто? Эх, не получилось ударить. Ни хрена, что это Шишкин в атаку прибежал вообще, охренеть. Габаритный защитник в атаку побежал, давай вперед, гады. О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Глебов. Ай! Синицу завалили, алло! Чуть у нас защитники в атаке. А нападающие в обороне торчат. Это как? Ой, кажись, это кирдык. Кажись, это кабызда. Воробьев желтая. Вот это не очень хорошо. Придется Витька сейчас выпускать. Так. Придется выпускать Витечка. Я, к сожалению, фамилию его не знаю. Хотя дружим давно-то давно. Витек. Так. Не знаю. Может, этих защитников тоже выпустить? Пусть тоже побегают. Допустим, Макаров сегодня уже довольно-таки много набегался. И Бондышев тоже набегался. Нет, Бондышева менять не будем. Заменим-ка мы Синицу. Так, вместо Синицы Ильченко. И вместо Макарова Рудин. Так нормально будет? Нет,
Орден Ильченко. Пусть побегают. Они ни в одной игре у нас не играли. Пусть в этой побегают. Так, Глебов перекрыть. Блядь. Ага! Давай, Марадон! А, это Чебухин! Блядь, не успел. Блин! Прикинь, пробить не дали, а? Синица. Бондышев. Ой, то есть Глебов. Ах ты! От нас, от нас. Пусть все поиграют сегодня. Против Баварии, тем более, не каждому дано поиграть. Так, вот у нас теперь вся команда в игре. Ну, алло. Так, надо подать что-нибудь выкинуть. И так вот. Ну, нахрена? Объясни мне, нахрена? Так, давай. Ух ты, ёлки. Ах ты, ёлки, нахрен ты убежал. Выбей. Отлично. И даже, блядь. Выбей. А подожди, это разве от нас? А, придурок. Напугали мы тебя, козла. Ох ты, ёлки. Удар. К сожалению, не увидел кто. Ну еще удар. Ребята. Ну, счет, конечно, скользкий, но мы, конечно, молодцы. Ой-ой-ой-ой-ой! Как так? Ильченко. А, нет, вот это Ильченко был. Глебов. Да елки достали, а! Эй, ушло, ушло. Так, ну. Так, Родин. Давай туда. Ух ты, ёлки. Выбить. 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 Кто это? Родин был. Бондышев. Время заканчивается, и победа! Победа! Это победа! Ура! Это победа. Лучше той победы, которую одержала Бавария в прошлый раз. Герой матча Зюнин. Александр Зюнин. Ну что, давайте теперь посмотрим статистику. Ребята, мы сделали это. И не в каких-то пенальти, а в самой настоящей упорной борьбе. Так, 2-1. 8. Ух, смотрите, теперь у них стало сейвов больше, чем у нас. А следующий, ну смотри, во втором тайме как мы поднажали. 16 ударов против 9. 3 угловых. Ну правда, один фол у нас. Мы в атаке 0.49, они 0.23. Но в полузащите они нас побольше. У нас 4.25, у них 5.30. А в защите они провели гораздо больше. У нас 0.34, они 1.01. Так, что у нас? Ага. Воробьев получил желтую. И голы. Беседин и Зюнин. И все у нас поиграли. Это же хорошо. Ну что же. Это был УВК Феникс против Баварии Мюнхен. Мы отомстили. И даже лучше отомстили. Та победа не совсем в счет, потому что она была в серии пенальти. А тут в упорной волевой борьбе с игры. Ну все, с вами был GBC. Всем спасибо и всем пока.